Привет, друзья, с вами Ваймс, и это вновь Тарков. В прошлый раз я не особо помню, что происходило, кроме того, что какие-то рейды и что-то такое. Я пару дней не играл. За эти пару дней я за кадром сделал пару вещей. Во-первых, я разобрал немножко свой хлам, забрал страховки всякие, продал лишние вещи. Точнее, я сначала продал лишние вещи, потом забрал страховки, так что у меня опять весь инвентарь забит. И что-то из этого — это явно тоже лишние вещи. Ну да. В общем, поменеджил немножко инвентарь. И также вторая вещь, которую я сделал, это дропсы на Твиче. Там сейчас проходят дропсы, собственно. И я немножко их позабирал. По сути, два дня. Два дня я забирал, ну, точнее, два полудня, потому что оно по полудня идет по 12 часов интервалами. Но два дня я забирал все, что там было доступно. Так что там, типа, получается, тут два легендарных дропа, типа 4, по-моему, редких, и все остальное это трэшевое. И посмотрим, что я получил из этого. Я что-то уже опознал, ключ, например, что-то еще не опознал, иридиум, например. Но, по сути, это какой-то ключ, по-моему, он для какого-то квеста нужен. Я точно не помню. MP5, Shotgun, 5.7, на который я, скорее всего, не могу покупать патроны. Шапка, Glock. И немножко всякого хлама. А реле мне нужно было для чего-то. Так что это я отложу. Наверное, 5.7 я просто продам сразу же. И иридиум я тоже продам сразу же. Ключ я отложу, потому что это, по-моему, квестовый ключ. Еще одно реле сюда, а это мы постепенно потратим. Ну, так себе на самом деле. Дропсы. Шапку тоже продам. Окей. И тогда... Я также думаю все-таки не ждать барахолки, а продать эти штуки так, потому что они, скорее всего, на барахолке уйдут не сильно дороже, чем по 45 тысяч за штуку. Так что go плюс 90 тысяч за это. Плюс 50 тысяч за это. Плюс 36 тысяч за 5.7. Какие-то патроны к нему я, по-моему, могу покупать самые трэшевые. Но, обойдусь пока что. И шапку я тоже продам. И вот эти вот разгрузки я тоже продам. Шапка 310. Не очень выгодно. Также очки туда же. Окей. Паки, может быть, на самом деле тоже туда же. Я не вижу в них особого смысла. Они занимают место, они не дают защиты особой. Так что пофиг. Ладно, го посмотрим дейлики. Выйти с таможни. За 10 тысяч. А здесь найти и передать блок питания. В прошлом видео я находил пачку блоков питания, я помню. Может быть, ради экспо стоит... Ну, и не буду пытаться это сделать намеренно, там бегать туда, где компы. Но если я увижу блок питания, то я постараюсь его вынести ради этого. И убить 5 бомжей в лесу. Прокачка лыжника — это хорошо. В остальном... Я не уверен, что я пойду в лес. Но хотя, с другой стороны, мне нужно найти там конвой, убить там бомжей, убить там еще бомжей. Что еще? Заливы там бывают. Модуль 3М там тоже бывает. Он в основном на бомжах бывает. И сухпайки там тоже бывают. Так что, видимо, лес. Раз так много всего интересного. И я думаю, Адар — это хороший план. Мне казалось, у меня к нему магазины тоже... Не, у меня не было к нему магазинов. Мне вернули по страховке Адар и один магазин от него. Хотя мне казалось, у меня было больше одного. И я не могу их покупать. По-моему, 20-патронные мне должны быть доступны. Магазины... Да, по 20. 3 штуки. Так, разрядить. Есть ли чем мне его заряжать? У меня есть 56А1, это прям хорошие патроны. Пусть будет. И у меня есть 55-е в остальные магазины. В два остальных магазина, потому что на третий не хватает. Окей. Я возьму такую аптечку. Я возьму шину. Анальгин на всякий случай.
И больше у меня никакой медицины особо нет. Я куплю у миротворца как раз такую штуку. Сколько у меня долларов? 83. Куплю две таких штуки. Они немножко лучше, чем простой жгут. Быстрее юзаются. И также миротворца нужно прокачивать в плане его, его отношения. Не, не его отношения, его денег, потраченных у него. Ладно. Немножко эквипнулись. И в прошлый раз после квеста я получил все-таки возможность вот эту вот штуку заменить. Так что это мне нужен ствол. Во, на такой газблок. За 6000. И тогда можно этот газблок поменять. И можно какой-нибудь нормальный прицел поставить. Вопрос в том, какой именно нормальный прицел и есть ли они у меня. Потому что большую часть модулей на оружие я тоже продал. И, видимо, не большую часть, а все. Потому что я тут больше ничего не вижу. Ну, всегда можно купить что-нибудь. Сначала продать вот эти вот куски. И посмотрим. Я бы хотел в лес. Я могу тупо купить такую оптику. Но это, по-моему, плохой план. Может быть, просто кобра. Есть ли у меня какие-то другие варианты? У механика нет прицелов нормальных. У миротворца. У него есть несколько прицелов, но, по-моему, они все не очень. У лыжника есть МРС, который тоже не очень. И у прапора ничего такого не будет, что на эту планку ставится. Это новый прицел какой-то. А, это кобра с другим креплением просто. Интересно. Ладно, просто кобра. Могу я на нее докупить такую штуку? Могу. Мне почему-то казалось, что можно на нее еще какую-то еще штуку привесить. Может быть, я не прав. Ладно, 56А1 еще сюда зарядить. Больше ничего особо я модифицировать не могу здесь. По крайней мере, такого, в чем был бы смысл. Так что погнали в лес. Настреляем бомжей, найдем прапоровский конвой. Я возьму чуть денег еще. По-моему, там нужно типа 6000 или 7 на выход. Окей, лес, день. Застраховать все. А конвой чекнуть, сухпайки чекнуть, солевы. Настрелять бомжей в идеале. Наверное, так. Поехали. Окей. Снег. Я забыл, что он существует. Я включил DLSS. И я теперь не уверен, это такой всратый прицел из-за того, что DLSS. Или это из-за того, что это всратый прицел. Что за ним шлейф такой остается. Можно протестить быстренько. Выключен. Да, окей. Это то, потому что почему никто не юзает DLSS в этой игре. Он с прицелом не работает нормально. Увы. Потому что в остальном картинка так была лучше. Но, как бы, играть только с механическими прицелами — это так себе план, по-моему. Окей, на самом деле мне нужно не сюда. Мне нужно вот туда. Спиной вперед, потому что с этой стороны игроки. Ну, кстати, теперь уже это особо не важно, потому что за холм зашел. Ладно, я чекну юсиковские лагеря. У меня квест туда. Плюс там лут бывает. Мне очень нравятся звуки снега. Они громковаты.
Не, на самом деле так в прицеле все равно шлейф остается, но просто меньше. Надо будет еще поэкспериментировать, потому что DLSS хотелось бы юзать. А на новой карте производительность у меня не очень хорошая. И в городе тоже. И местами в других местах тоже. Местами в других местах, да. А там бомж. С такого расстояния я не хочу в него стрелять. И он побежал. И он умер. Не уверен, это чай или это дерево. По-моему, это все-таки было дерево. Окей. Броня помогает, видимо. А вот это был чел. Ну или бомж. Ну скорее чел, два. Проблема в том, что мне нужно стрелять бомжей, а не чалов. Так, ладно, похилить себя больше не могу, значит, у меня фул хп. С той стороны я ничего интересного не вижу. И с той стороны тоже. Но чуть страшно идти, потому что там стрельба была. Я бы хотел посмотреть на этих чавов, которых я убил. Во-первых, у меня с той стороны кто-то стрелял. А во-вторых, со стороны тех, чего была стрельба еще, да, вот это. Могу сюда? О, я могу. Я могу сюда. Это чувак или это куст? По-моему, это куст все-таки. Жаль, у меня все же не было более мощного прицела доступного. Четырехкратный на этой карте был бы более в тему. Кто-то рядом. Бомж. Может быть, и предыдущие двое были бомжами? Видимо.
Ну, итого 4 бомжа. Но, видимо, это не он по мне стрелял в конце. Ясно. Я думаю, я все-таки пойду отсюда. Обыскивать их я не буду. Так, у них ничего особо ценного вроде бы нет, на первый взгляд. Нужного мне броника у них нет. Интересного оружия вроде тоже. Так что я просто пойду. Не уверен, кто-то это или, опять же, ветка. Но я не буду выяснять. Ну, то есть, нет, видимо, это ветка, потому что если бы это был кто-то, он бы либо умер, либо начал шевелиться. Обычно, когда стреляешь в кого-то, то происходит одна из этих двух реакций. Ладно, это на лесопилке за ней стрельба. Хорошо, я все еще хочу чекнуть дерюсиков. И, наверное, достаточно долго после начала рейда, чтобы тут не было прям замеса. Или чтобы тут был менее вероятен прям замес, потому что если прям со старта сюда бежать, то часто кто-нибудь еще сюда прям со старта бежит. Если бежать сюда минут через 10 после старта, то, может быть, все уже прибежали и умерли. Или просто никто решил не прибегать. Или кто-то еще минут через 10 решил прибежать, и мы его встретим. Сейчас посмотрим. Лагерь найден. Судя по тому, насколько пусто на столах, кто-то тут до меня был. Да, явно. Ну, коня не взяли. Не то чтобы конь особо ценный. Но пусть будет ценнее, чем шина. Автоаптечка тоже неплохо. Вообще, по-моему, этот цвет для какого-то из оружейников нужно. Не факт, что его стоит ради этого брать. Типа, оно нужно, но, может быть, оно недорогое. Сок. Глушитель, рукоятка. Ценнее коня. Наверное, так.
Трэшевые патроны для дробовика. ПП — это нормальные патроны для кваша. Лучше, чем ПС. Ну, соляву я здесь вряд ли найду. Пайки, может быть. Шланг. Кто-то лутал этот ящик, но не взял шланг. Серьезно? Может, я, конечно, что-то не понимаю. Может, что-то изменилось. С прошлого раза, когда я играл. Но эти шланги впервые там 2-3 недели вайпа были 1100. По-моему. ОС трэшевые патроны, ПСО трэшевое что-то. Два. Интересно. О, это силу качает. Или это просто потому, что я перегружен? Что, типа, я трачу стамину, и это качает выносливость или силу. Наверное, так. Я не слышал двух чавов, один убежал туда, второго я слышал только с этой стороны. Ну, может быть, он ушел в ту сторону. А что дальше мины? Понятно. Ладно. Видимо, они просто оба свалили в итоге. Ну, хорошо. Что насчет этого ящика? Техснабжение. Кабель. Я, по-моему, достаточно кабелей. Из них можно делать провода. Но сами по себе провода мне сейчас не нужны. Хорошо, схожу к конвою. Потом будем думать, как выжить.
И как выйти? А, может быть, на машине. Если ее никто не угонит. Альтернативно он. Ладно, гоу сначала в контейнер сюда. Тут бывают бомжи. Мне еще как минимум одного нужно убить. Одного я убил. Перестрашиваю патроны. О, это броня, которая мне нужна. Я не хочу ее эквипить, потому что она не очень. А, нет, да, все правильно. Патроны. А что ли я тут еще что-то делать? Я думаю, нет. Я думаю, я хочу просто свалить. Чао. Окей, дальше у меня менее хорошие патроны. Против бомжей все еще должны быть норм. Против игроков нормальной брони нет. Чуть-чуть загляну сюда. Бумажник пустой. С деньгами, фига. А на самом деле, вот так лучше сделать. Ящик с продовольствием. Может быть, паёк. Я выложу прицел. Окей. Ну, теперь главный вопрос, есть ли машина? И смогу ли я до нее дойти, если она есть? Потому что в этой деревне тоже бомжи вполне бывают. Вон, например. Если это вообще бомжи. Мне кажется, что может быть это не бомжи. Также я вот не помню. Машина, которая а выход на мосту. Она всегда становится красной, когда кто-то уже свалил.
что типа, если он у меня сейчас не красный, то это значит, что машина там есть или не заспавнилась. Или мне нужно сначала туда подойти, чтобы узнать, что кто-то свалил, и тогда он станет красный. По-моему, если кто-то сваливает, то она станет красной. Но также, может быть, там просто изначально нет этой машины. Ладно, я так обойду. И пойду просто вдоль берега. Отсюда я нифига не вижу, есть там машина или нет. По-моему, она типа вот там вот с деревьями должна быть. Да, вроде есть. Ну, тогда сваливаем. За мной никто не идет. Там. Ладно. Интересно. Не сваливаем, видимо. Я не понял, откуда. Типа, если с той стороны меня не должна была сама машина блочить. Попробую еще раз отдать деньги. Или это снайпер? Но если снайпер, то он вроде продолжает стрелять. Типа он не так работает, что я выхожу из рейнджа, и он перестает. Это если он начал по мне стрелять, то я мертв, по сути. Ладно. Успею? Успею. Идеально. Ну, выжил. Убил 6 бомжей. И выполнил 2 квеста. Плюс насобирал немножко всякого хлама.
Даже три квеста получается, потому что вот это вот, это один квест. И это квест, который открывает дальнейший прогресс лыжника. Надо завершить. И сразу пачка. И это второй квест. Движуху убить из пистолетов. Не уверен, что я хочу сразу сдавать, потому что минус прапор, минус терапевт. Но посмотрим. Помогает ли найти спрятанный ценный груз? А, это то, что... Угу. То, которое неизвестный ключ. Жетоны юсиков. И на убивать юсиков. И поисковая миссия у прапора. Хорошо. Прапору все еще нужно настрелять 11... Нет, 9 бомжей. Но я пока что забью. Когда-нибудь меня еще за какими-нибудь квестами на лес пошлют. Так что мне пока что интереснее посылка из прошлого. Мне интересны солевы. Пистолеты, наверное, не прямо сейчас. Спрятанный груз. Убивать чуваков. И по сути все. Пойти. Так что, видимо, идем на таможню. Ладно. Как и что мне сделать? Наверное, так. Это я просто продам. Это я продам. Это я продам. ПСО я продам. Кофе я продам. Это я пока что отложу. Это, наверное, я тоже продам. Как и глушитель. Как и коня. Не уверен насчет тушенки. Тушенку, наверное, стоит на самом деле оставить. А сахара можно часть съесть. Еще чуть-чуть. Он довольно так себе продается, что на барахолке, что NPC в начале игры. Попить. Шпрот продать. Окей, сгущенка, это вот все, это 7000 всего лишь лошадь. Так себе. Вот так, 58 тысяч с этого. Плюс. Тридцать тысяч с этого. Я просто купочку отдам за 10 ВПО. Окей. Я могу обменять ножи на ОМП. Хочу ли я это сделать? Не факт. Эта рукоятка нужна будет по квесту довольно не скоро. Но нужна будет. Скорее всего, хороший план продать ее на барахолке, как только она... Ну, как только барахолка станет доступна. И тогда можно с этого заработать неплохие деньги. И потом, когда... Почему я проскроллил вверх, у меня закрылось что-то. Когда она нужна будет просто выкупить заново, это, скорее всего, будет дешевле, потому что это будет там на несколько дней, по крайней мере, позже. Скорее, на пару недель позже в вайпе. Хорошо. А хочу ли я дальше использовать Адар? У меня патронов особо нет. Так что, наверное, я хочу его просто тоже продать. Он прикольный. Неплохо мне помог. Тридцатник я оставлю. 20-патронные магазины я продам. И сам Адар тоже. Так, у меня сейчас недостаточно патронов, чтобы что-то хорошее с ним сделать. И покупать хорошие патроны я к нему не могу. Так что, увы. Если я найду пару пачек хороших патронов к Адару, то всегда можно просто взять и купить еще один Адар. И это не проблема. Окей, в таком случае, куда и каким сетапом я иду? У меня есть сотни ппшек. Патронов и бпшек 180. Так что, в принципе, я могу каваш какой-нибудь взять. Может быть, вот эту таксу, например. А там вроде как добавили для аксу новую крышку. Пилигрим. За 5000 с планкой.
минус 1 отдачи, минус 1,5 износ, плюс 5 эргономика, у дефолтной минус 3 износ, плюс 5 эргономик. То есть она, по сути, лучше дефолтной, потому что она понижает отдачу и дает столько же эрго, и износ вообще пофиг. Окей. Хочу ли я еще что-то сделать? B11 мне нужно будет по квесту? Наверное, нет. Наверное, я просто эквипну. Поставлю коллиматор тот же самый. А, нет, это не такой магазин. Вот это такие магазины. А, и пусть будет... Может быть, гоу создадим пресет. Типа... Вот так. Две ппшки, потом бп. Потом две ппшки, потом бп. Или что-то типа того. Но только начиная с ппшки. Вообще, по идее, оно снизу вверх заряжает. Но вроде разницы не должно быть. И он так отмечается. Могу его сохранить? Я серьезно не могу русские буквы водить? Окей. Почему? Потому что. Как оно притормаживает при этом. Ладно. А, итого... Интересно, сколько каких у меня осталось патронов, но... Еще одного магазина, чтобы протестить, у меня нет. Увы. Так, я, конечно, могу где-то здесь посмотреть. ППшки еще остались. А, довольно много ППшки осталось, видимо, две. Ну, норм. У меня их меньше было, но они также менее ценные. Ладно, интересно. А броню стоит немножко починить. Шлем нормальный. А аптечки тоже норм. Ладно. А и поедем мы на таможню. Попытаемся неизвестный ключ использовать. Может быть, кто-то откроет дверь на таможне. Ну, это как получится. Поехали. Окей, таможня и лучший для меня спаун. Потому что мне нужен этот ключ. Но одновременно с этим не лучший для меня спаун, потому что я хотел еще сделать квест. Окей. Можно солево еще чекнуть. Я хотел еще сделать квест, который офисы таможни. И в случае этого спауна мне туда совершенно незачем идти, в ту сторону. Потому что это туда, мои выходы там. Прям идеальной ситуацией было бы найти тут 3 солевы. 2 солевы. Мне 2 всего нужно. Ну хотя, идеальной ситуацией было бы найти тут 15 солев, понятное дело. Но да, найти тут 3, 2 сколько-то солев. Пойти сделать ключом все нужное. И после этого выйти через старую заправку, убив там, не знаю, бомжа по пути. Одного. И встретив только одного бомжа по пути. Дрель. Не. Ну, естественно, такого не случится. Бинт, нормально. А в сумках бывают пайки, которые мне нужны. Одна рип 6000. Я не помню, РБПП это вообще какой-то нормальный ключ или нет, но это какой-то ключ от резерва.
Уже неплохо. Сегодня, видимо, солевы решили не спавниться здесь. Как-то абсолютно пусто. Ну вот, есть одна. Если бы я не заспавнился в метре отсюда, я бы просто решил, что кто-то тут уже был, но закрыл двери за собой. Но нет. Тут просто спавн и хрень. Ладно. Я не хочу чекать это здание. Но я хочу чекнуть старую заправку. Ладно, там бомж. Я не буду его трогать. На случай, если он на кого-то сагрится, начнет стрелять, и я услышу, что кто-то с той стороны идет. Может быть. Кого-то сагрился. Также тут выход закрыт. Увы. Нет, не я издавал звук. Или я. Видимо, все-таки я. Почему я издаю звуки, которые звучат в 5 метрах от меня, это вопрос. Но это Тарков. По-моему, мне все еще нужны медикаменты. Нет, не точно. Я переставлю прыжок и коробку не на разные кнопки. Потому что я пытался прыгнуть. Но не удалось. Угу. Ну, это тоже что у меня, но с полной прочностью. Почему нет? Выход закрыт. Так что ни у кого не будет особого повода туда спускаться. Правильно. Так что моя броня, вероятнее всего, вернется мне по страховке. Может быть, кто-то пойдет свое что-нибудь выкидывать туда же. И найдет ее. Сразу умер. В смысле, как-то он с первой очереди не умер, это было странно.
Яблочный сок. Не ясно. Просто бомж. Окей, чуть сложнее бомж. Это то, зачем я брал ключ. Квестовый предмет. Шлем, как у меня. Но с половиной прочности. Окей, что насчет открытости выхода, который бункер здесь? По-моему, нет. Не горит. Жаль. Очень жаль. Потому что теперь мне нужно за этот забор. И единственный путь за этот забор — это вот те ворота. Ну нет, не единственный, понятно, что можно через полкарты обойти. Ближайший путь за этот забор — это вот те ворота. И мне не очень нравятся вот те ворота. Там был водный фильтр, по-моему, в начале вайпа они не особо дорогие. Там был чувак, который на цистернах почему-то сидит. Я вообще не знал, что туда можно забраться. Ладно. Почему нет? Девять поданий. Я не знаю, сколько раз я в первых. Блин, мне бы хотелось более подробный разбор. Типа, в этого чела я попал там 5 раз. В этого чела я попал 3 раза, чтобы можно было прикинуть, сколько раз я в последнего чела попал. Ладно. Почему этот чел там сидел и как вообще туда забраться? Это мои 2 вопроса. Типа, это не проходное место, в котором обычно кемперят, потому что там нет ничего. Там есть один квест внутри этого склада. И все. Ну хорошо. А военный кабель я продам. Ключ я оставлю. И надо думать, что брать в следующий рейд. А что тут у меня в наградах за квесты? Ничего хорошего. Это просто продать, это просто продать, это просто продать. Деньги просто взять. У меня уже больше ляма, я в принципе могу купить вот эту штуковину, это, наверное, хороший план. Освободить место. А, так. Так. Реле туда, это туда, это туда. Мыло, лампочки, кабели, мединструменты, жетоны тоже. Эту штуку надо просто продать, как и это. А, зажигалки когда-то нужны, спички когда-то нужны. ВДшки когда-то нужны на апгрейд склада. Уверен, что они мне нужны прямо сейчас.
Ну пусть будет. Окей, вроде больше тут нет ничего, что туда кидается. А тут должно быть, да. Во, итого столько места я освободил. Ну, столько места минус вот столько, сколько сам ящик занимает. Это хорошо. Денег, правда, теперь нет нифига. Но у меня есть награды прапора и... не награды прапора, а дропсы. Может быть, глок взять? Мне нужно убивать из пистолетов. Я не уверен, что на таможне это хорошо зайдет. Наверное, СКС на таможню. Пока что я получу все. Продам все-таки кому-то. По-моему, эту штуку покупает только миротворец. Да. Это туда же. Окей, взять СКС. Во-первых, мне интересна накладка. Она дает плюс 4 эргономики, но увеличивает нагрев и ухудшает охлаждение. Интересно. Во-вторых, мне интересно крепление. Может быть. Что это за крепление? Я не понимаю. А, это как раз накладка. Вообще, наверное, просто в сборках открою. Потому что мне интересно вот это крепление. Тут есть такой кронштейн? Или тут есть... Ага, такая планка, на которую можно просто коллиматор поставить. Или даже прицел какой-нибудь. А, нет, что это было? А, и такая планка есть. Интересно. Ну и понятно, что всякие разные другие вещи. Ладно. Я попытаюсь все-таки вот эту вот планку купить. Нет в наличии. А вторая? А вторая недоступна. Да. Удивительно. Нужен второй уровень егеря. А что насчет вот этой штуки? Тоже недоступна должна быть. Второй уровень егеря. Ну ладно, в таком случае мой СКС абсолютно такой же, как вот этот СКС. А, но хотя не, опять же, я могу попытаться на переднюю планку. Во-первых, саму переднюю планку можно... Там есть целых два варианта. Во. С планками. Это не будет удобно. Настолько сильно впереди прицел. Но это будет лучше дефолтного прицела СКС. А брони у меня нет. И это проблема. Но зато у меня есть ПС-патроны. Ну и прицел, соответственно, я просто куплю ту же самую кобру. Вообще, наверное, впереди лучше будет не кобру, а что-то такое. Это ужасный прицел, но мне кажется, кобра плохо работает, когда она далеко. Окей. Аптечка. Не такая хреновина. И поехали. Я еще нож не убрал. А, и поехали на таможню. Еще раз. 8 утра. Сойдет. Окей, насколько это ужасно? Абсолютно ужасно. Я поставлю на 50 дальность.
Также на снегу абсолютно не видно этот прицел вообще. А, по-моему, это настолько ужасно, что я просто уберу его. Будет ли это лучше? Да, кстати. С этой планкой механический прицел внезапно не говно. Ладно. Не уверен, это я криво стреляю или это бомж. Много танкует. И сейчас меня убьют с другого берега, пока я его пытаюсь залутать. А, нет, не надо поиск просто. Просто так. На самом деле, чуть-чуть надо поиск. О, это не то, что я хотел выкинуть. Вот это то, что я хотел выкинуть. Лапша. А, по квесту я уже сдал, правильно? Ключ, ткань. Не то чтобы ткань особо нужна, но все же. А, по-моему, дверь изначально закрыта, так что кто-то сюда зашел. Да, вот тот чел. Хорошо. Я возьму пистолет. И ничего кроме. Разгрузку я тоже возьму. И уши. И ничего кроме. Окей. В принципе, нормальный спаун. Я достаточно близко к квесту. И, может быть, даже в офис директора смогу попасть. Не в офис директора, просто в офис. Офис директора — это на заправке. Посмотрим. Когда-нибудь я также найду солеву. Две солевы. Но, видимо, не сегодня. Нет места для всех этих кусков. Даже если они норм. Альтернативно, когда-нибудь я найду, что там нужно было, витамины и шприц, чтобы сделать медстанцию. Почему второй квест терапевта настолько невозможно выполнить? Я не знаю. Что нужно либо найти три солевы, которые достаточно редкие, и вынести их из рейда. Либо нужно найти шприцы и витамины, которые еще более редки. Плюс медикаменты, которые не особо редки. Ладно, я сюда зайду. Видимо, туда можно просто по ящикам забраться.
ПМВшка. Которая ни на что нормально не ставится, по-моему. И еще один грач. Не, ну ладно. По-моему, в этом контейнере иногда броня спавнится, но не сегодня. В одном из контейнеров здесь точно иногда спавнится броня. МДР. Подробнее. Во-первых, без прицела. Это нехорошо. Во-вторых, с трешевыми патронами. Это тоже нехорошо. Ладно. Пушка хорошая, но в таком сетапе не юзабельна. Там кто-то бежит, но это бомж вроде бы. Как-то много всего происходит. Я чуть пережду. Я бы хотел посмотреть этого чела, но он как-то опасно лежит. Ладно. Я все-таки чуток пережду. Тут есть хороший контейнер, в котором можно засесть и посмотреть, что я насобирал. Трэшевые патроны. На самом деле нет. Типа сюда влезает больше, чем эта разгрузка занимает. Зажигалка в какой-то момент нужна для убежки. Типа их штуки три нужны на какой-то там. Или стоп, или это на освещение. На первое только нужно было. Не уверен. Окей, теперь меня не убьет первый же сильный блин. Это плюс. В общем, да, в прошлый раз, когда меня тут убили, я говорил, что этот водный фильтр, который я сейчас взял, он в начале вайп, по-моему, ничего особо не стоит, ни на брахоуте, ни так. Что, типа, может быть, тысяч за 10-15 можно его продать. Ближе к концу вайпа? Другое дело. Но мы не ближе к концу вайпа. А кто-то открыл эту штуку, так что мне не нужно тратить свой ключ. Выкидывать я его все равно не буду пока что.
Потому что мне нужно не только открыть эту штуку, но и выжить после этого. Еще какие-то пушки. Ауг. Не та кнопка. Та кнопка. Патроны. Около половины FMJ. А прицел у него очень не очень. Но, может быть, лучше пистолета будет в итоге. Ну, тут кто-то есть, кроме меня. Вроде он вышел. Чтобы кто-то вот здесь прошел, вышел на улицу и ушел. Надеюсь, ушел. Пропан обменяю на броню. Теперь МДР с прицелом, все еще с хорошими патронами. Ну, по крайней мере, теперь я вижу, куда эти трэшевые патроны полетят. Окей. Там труп. Тут труп чувака. Не, нет, тут никого. Тебе показалось. Окей, я пойду. Доступна ли мне старая заправка, если что? А, не, ни хрена. Это один. Не вижу, где он. А. Это второй. Он же умер. Мосинг с FMJ. Саму мосинку брать не буду. И да, он вполне умер. Почему они все без брони?
А с одной стороны, я мог бы взять мурку или еще что-нибудь у бомжа вместо МДРТ, потому что там, по сути, нет патронов. Но с другой стороны, МДРК стоит достаточно приличное количество денег. Просто механику. О, витамины. Да. Теперь осталось только шприц найти. Мне вообще на квесты нужно игроков из пистолета убивать. Я пока что убил одного бомжа. Или двух. А там кто-то? Показалось, там кто-то ушел за холм. Было бы хорошо не идти в ту сторону, где стрельба, и куда, мне показалось, кто-то ушел. Но, увы, мой выход в том направлении. Так что, если я хочу свалить карты, то мне нужно в эту сторону идти. Ладно, бомж. Я пройду сквозь здание. Чек, ну тут у меня сумки всякие. Не то. На второй этаж я не пойду. Но тут на столе еда иногда спавнится, и сухпайки могут быть. Плюс всякие сумки, куртки. Квас. Плюс можно осмотреться через окно. Надо было сначала съесть лапшу, а потом пить квас. О, тротил. Я сделаю так, потому что тротил, насколько я помню, довольно много стоит. Я неудачно сижу, что меня видно снаружи. Ну, кто-то там орёт. Тот чел. Несколько человек за этой стеной. Это вообще нехорошо. Вероятно, это бомжи. Я все равно не хочу с ними связываться.
Угу. Там был игрок. Так что я все-таки буду связываться с бомжами, видимо. Ну или, может быть, здесь были игроки, которые прошли туда. Такое тоже возможно. Потому что тут больше никого нет. И выход открыт, так что я выхожу. А так я никогда, блин, не выполню тот квест, который вот в том здании. Но если я могу выйти здесь и выполнить квест, то, по-моему, это более хороший план. Окей. Лыжник. Готово. Завершить. Что на флешке? Одна у меня уже есть, но ему нужно две. Это нехорошо. Тут все еще ничего, тут все еще ничего, тут все еще ничего. У остальных тоже все еще ничего. Но зато я вышел с таможни, так что это я тоже завершу. Копейка денег, но почему нет? Экспо также. Экспо это всегда неплохо. Ладно. Дальше. Обе эти пушки я продам. Тут были заряжены FMJ. Тут были заряжены FMJ. Я выну. Проблема в чем? Ауг в принципе юзабелен. Нет, не поиск по предмету. Но я могу покупать магазины только по 10 патронов. И в таком варианте он не юзабелен. Магазины на 30 патронов будут на втором уровне. И больше ничего я на него не могу покупать. Стоп, а что насчет патронов? Да, патроны я тоже нормально не могу покупать. Так что это вообще мимо. МДР, опять же, я не могу покупать нормальные патроны. Я, скорее всего, не могу покупать еще и магазины вообще никакие. Я бы предположил. Магазины, да, ни один вариант недоступен. Патроны, только те, которые по телу дамажат много, но броню вообще никак не бьют. Не подходят мне слегка. Окей. Пропан можно обменять на броню и сразу же использовать ее, потому что у меня нет брони сейчас. Остальное... А ПНВшка, насколько я помню, ставилась только просто, да, просто на вот такую вот хрень, а не на шлем. Так что это немножко неюзабельная, и она еще и только на третьем уровне доступна. Нет. Глушительный дробовик не нужен, это не нужно, это не нужно. Это... Может быть, нормально продается на барахолке, может быть, нет. Я продам сразу все равно. Это хорошая рукоятка для... М-ки была... Ну, наверное, просто сразу продам. Нормальный приклад, нормальная рукоятка. Это все сюда. Это тоже продать. И тротил тоже продать. Витамины сюда. А ключ уже не нужен, так что его тоже продать. Окей, терапевт. Карта леса не нужна. Ключ трэшевый. 15 тысяч за это, 22 тысячи за это. 8 тысяч за это. Нормально. Механик. 112 тысяч за две пушки. В основном за МДР, которая 74. Скорее всего, я мог бы ее продать сильно дороже на барахолке, но барахолка у меня откроется еще через несколько уровней. А деньги и сейчас не помешают. ПНВшки, по-моему, кто-то, да, егерь покупал. Неплохо. 44 тысячи. На самом деле эти три штуки можно оставить и, скорее всего, нормально продать. Эти четыре штуки. Окей. Так. Еще 37. Какие тут патроны ПСТ тоже. Так, прапор, обмены, броня.
И Go, наверное, еще один. Не уверен, куда. Мне все-таки хотелось бы это когда-то выполнить, но это нужен ключ, скорее всего. Мне очень хотелось бы это когда-то выполнить. Остальное никуда в конкретные места не указывает. На самом деле я сделаю так. Я не буду сразу сдавать убийство из пистолетов, я его просто хочу выполнить. Наверное, все равно на таможню. Погнали. А, это шлем трэшевый. Но рюкзак я застрахую. Готов. Окей. А спаун условно рядом с общагой. По сути, тот же спаун, что в прошлый раз был. Ладно. А какой-то конкретной цели у меня сейчас нет. Выжить. Выйти через дальний выход. И по возможности чекнуть офис. Может быть, кто-то его открыл. Но также, если я там найду Салеву, то я выйду с Салевой. Ну, попытаюсь. Например. Ну или не выйду, естественно. Салева проклята. Каждый раз, когда я нахожу Салеву, я сразу же умираю. Поэтому этот квест не проходим. Каким образом я этого чела не убил? Потому что мне показалось, я несколько раз ему в голову выстрелил. 6 попаданий. Ну, броня, ладно. Но типа... хедшоты, не? Не ясно. Ну, хорошо. Я думаю, хватит Таркова на сегодня. Так что, может быть, продолжим в следующий раз. Может быть, нет. Я не уверен. Но на сегодня в любом случае на этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.